Наша квартира, мы сегодня въехали, но еще не полностью, а частично. Свою новую квартиру Мария с мужем только начали завозить вещи. Где будет спальня, а где гостиная, еще не решили. До сих пор спорят. Для них, как и для остальных новоселов, это теперь единственная забота. Все хлопоты с переездом взяли на себя городские власти. Ни копеечки не вложились. Вот, и нам даже перевезли бесплатно. И машину нам наняли бесплатно, и людей дали, грузчиков. В списке на переселение почти 100 керченских семей. Их дома на окраине города попали в санитарную зону строящегося моста через Керченский пролив. Для людей решили построить новый дом. Сейчас, пожалуй, самый волнительный момент для новоселов. Люди перевозят свои вещи в новые квартиры. Жилье для переселенцев сдается под ключ, и поэтому им остается только расставить мебель. Мама троих детей Наталья внимательно осматривает новую квартиру. За счет бюджета установили газовый котел, купили плиту и сантехнику. Раньше семье приходилось ютиться в двух комнатах. Теперь будет и отдельная детская, и гостиная, и спальня. Сколько мы пережили там, 25 лет прожить, уголь, воду таскать, и здесь все под рукой, вообще очень все прекрасно. А вот так выглядела прежняя квартира Натальи. В бывших казармах не было газа, канализации, горячей воды. Сами дома не ремонтировали больше 40 лет. Район Цементной Слободки считался глухой окраиной. Ни магазинов, ни общественного транспорта. Новый дом построили в уже благоустроенном районе. 3 минуты, и я на остановке. Первое. Вот здесь. Да, я захотел сходить в магазин. Магазин 3 минуты от меня. Здесь какой-то жилой микрорайон. А так мы были, ну, есть такое выражение, на околице. Район Цементной Слободки скоро станет частью оживленной автотрассы. Рядом пройдут автомобильные и железнодорожные подъезды к будущему мосту. Бывшая окраина Керчи уже через 2 года превратится в одну из главных транспортных артерий страны. Борис Максутов, Александр Шкарбанов, Максим Володин, ТВ-центр, Керчь.